Всем привет! Сейчас я вам расскажу о чудо-переходнике для пистолета SATA. Нужен он для того, чтобы менять пластиковые бачки на пистолетах SATA на более дешевые. Вот, например, на такие вот русский мастер. Самый простой бачок, сколько он? 196 рублей. Вот он бачок, самый такой простой, с внутренней резьбой. Вот сам переходник. Вот такой вот он. Меняем. Так, сейчас закрутили бачок. Ну и вот. Пистолет готов к применению. Так, переходник стоит денег. 290 рублей, по-моему, стоил. Да, 290 рублей. И бачок. 196 рублей. Вот и все. То есть все гораздо дешевле, чем оригинальные бачки SATA. Каждый владелец SATA знает, сколько такой бачок стоит. Вот и все. Всем пока!